смотри на мой фокус. Классно. А вы бы хотели показать фокусы своим друзьям? Смотрите, будет интересно. Всем привет! Мы звездочки! У нас такая интересная коробочка. А знаете, что здесь? Здесь фокусы. Видите, здесь написано «Секреты мастерства. 50 лучших фокусов мира». Топ-фокусы мира. Посмотрев это видео, вы сможете делать фокусы. Мы вам покажем некоторые, которые мы сами научились. Фокус второй! Предсказание. Бери колоду карт. Выкладывай вот сюда на стопочку. Столько, сколько хочешь. Один на другого. Окей. И когда хочешь, тогда становишься. Окей. Сейчас будет предсказание. На одну кучку. Итак, предсказание. Здесь есть написанное твое предсказание, какая будет карта. Ты остановился на девятке пик. Смотри. Как? А давайте посмотрим. Это все фокусы. Давайте посмотрим. Нет. Как? 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 Третий фокус. Волшебный сахар. Интересненько. Как? Как? Как ты это сделала? Где сахар? Ох! Круто! Исчезающий платок. Вот он появился. Ой. Фокус. Монета. Вот стол. Надо стаканчик. Бумажка. Там есть монета.
А сейчас волшебство с деньгами, то есть без них. Мы сейчас попробуем сделать волшебство. С этой бумажки мы сделаем деньги. Итак, смотрите. Засовываем. Начинаем крутить. Круто! Вау! Прикольно! Ух ты! Вот так вот! Мы теперь умеем денежки делать! Ох! Классная штучка! Да, вот прикольно! Ух ты! Круто! Я же разрезала! А теперь мы хотим открыть вам все секреты! Итак, смотрите! Вот колечко, вот цепочка. Чтобы сделать этот фокус, надо широко открыть цепочку. В эту руку я беру колечко, зажимаю между двух пальцев. Третьим поддерживаю большим. Засовываю туда цепочку. Вот так вот немножко под углом. Сначала отпускаем большой палец, а потом отпускаем два пальца. Вот. Смотрим. Вот такая вот штучка, которая печатает фальшивые деньги. Надо для этого две одинакового размера бумажки. Одна должна быть денежкой любой валюты, а другая бумажка обычно такого же размера, видите, вот так вот вырезать надо. Сначала мы берем деньги, засовываем деньги и прокручиваем так, чтобы они спрятались. Только они спрятались, с другой стороны мы показываем фокус. Мы засовываем бумажку и другой уже верхний крутим в обратную сторону. Когда мы уже крутим в обратную сторону, правильно, то с другой стороны должны выходить денежки. Вот такой вот фокус получается. Круто! Ты видишь? Да. А этот вариант мы делали с сахаром. Как мы его сделали? У нас есть вот такой пальчик, который я накрасила специально лаком под цвет своих ногтей. И вот я его применяла. Я его надевала на большой палец. Он, конечно, не моего размера. Очень смешной получился. Но он помогает. Да-да. Как мы делали? Мы одевали их вот сюда. Там еще что-то есть даже. Там осталась резиночка. Это тоже сейчас мы вам расскажем. Надеваем палец. И вот у нас сахар, да? Вот мы берем сахар, хотим его насыпать в ладошку. Значит, мы берем, показываем фокус. Вот у нас рука, ничего нет в руке. Потом мы раз, аккуратненько снимаем палец. Засовываем туда второй палец, третий, четвертый, пятый для обмана. Вот такой прикольчик. Потом берем сахар, засыпаем сахар туда. Надо немножечко засыпать, ну вот так. Но мы это не показываем. Засовываем туда палец. Потом второй. Потом третий. Потом четвертый и пятый. И как будто ничем не бывало, показываем, что нет ничего. А теперь обратно. Держим кулачок. Засовываем палец. Оставляем там пальчик.
второй, третий, четвертый, пятый. И берем, высыпаем сахар. Ну, палец такой смешной. Вот он. Привет. А теперь покажем вам вот этой салфеточкой. Значит, то же самое, что и другое. Берем салфетку, берем пальчик. Одеваем пальчик. Да? Показываем салфеточку, что она у нас есть. Ложим салфеточку, помахали над ней ручками. Потом раз, ручки так себе сделали. Берем салфеточку и аккуратненько засовываем прямо туда в палец. Не сильно далеко, чтобы потом можно было достать. А теперь показываем. Хорошо. Первый пальчик, второй, третий, четвертый. И опять же тут большой пятый палец. Раз и нет. Так, обратно же. Потом аккуратненько достаем, достаем. Можно стянуть пальчиками там. И вот достаем, достаем, достаем. Как будто так тяжело достать. Ну так тяжело достать. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот такой сюрпризик. Фокус монеты, которая провалится сквозь стол. Вот стаканчик, вот бумажка. Раскрываем секрет. Значит, что мы делаем? Мы показываем, что монетка есть, стаканчик есть, бумажка есть. Теперь накрываем стаканчиком монетку, конечно. Соответственно, накрываем бумажкой стаканчик. Покрутили. Показали, что не вышло. Монетка-то сквозь стол не провалилась. Вот. Еще раз. Покрутили, покрутили. И опять показали, что не вышло. И пока мы показываем, что не вышло, акцентрируем внимание на монеточку, тем временем отпускаем стакан, который должен упасть на коленки, чтобы он тихо упал. Опять накрываем, опять крутим. И уже вздыхая, надеясь в третий раз, что оно получится, отпускаем, смотрим на друзей, на тех, кто смотрит на вас внимательно. Смотрим опять сюда же. И делаем. Вот так вот. Фокус с резиночкой. Для этого нам понадобится две резинки, ножницы и дежурный пальчик. Мальчик-пальчик, который падает. Вот этот пальчик нам пригодится. Значит, мы в него засовываем резиночку первую и одеваем на свой пальчик. Получается вот такой большой палец. Потом мы берем вторую резиночку и ножницы и показываем, что мы будем делать фокус. Вот, пожалуйста, резинка, вот, пожалуйста, ножницы. Берем резиночку, ложим себе на руку, показали, закрыли. Теперь аккуратненько, раз. И пальчик снимаем, аккуратненько, чтобы резинка не... Второй пальчик засовываем. Третий пальчик засовываем. Четвертый пальчик засовываем. Вот так вот. А теперь аккуратненько с этого пальчика, который там есть, достаем резиночку. Вот. С пальчика, который. А тут есть такая резиночка, которая у нас на запасе. Которую будем показывать, что она как будто стала новая и не порезанная. Эту резиночку мы аккуратно достаем, ножицем обрезаем. Ай, давай. Вот, показываем, что она обрезанная. И засовываем обратно. Засовываем аккуратненько, каждым пальчиком помогаем. Вот мы засунули, большим пальчиком помогаем. И тем временем его опять же одеваем. Неправильно. Надо не ошибиться, да. Одеваем правильно его, вот так вот. И мы одели, да, руку вытащили. Потерли там или что-то щелкнули. Потом раз, и резиночка у нас целая. Вот такой фокус был с резиночкой. Круто! Итак, что здесь в коробочке?
Ух ты! Здесь столько всего есть! Вау! Здесь есть... Это, наверное, инструкция. Секреты мастерства. И здесь есть, наверное, как же делать фокусы. Также здесь есть диск, который можно посмотреть. Здесь есть стаканчики. Здесь есть вот такая штучка, не открывай. Здесь есть колода карт. Также есть вот такие вот кубики с цифрами. Здесь самое интересное, вот этот пальчик, который я применила. Я его специально накрасила таким же лаком. Также есть какой-то шнурочек еще. Также есть шнурочек. Есть несколько резиночек для фокуса. Есть вот такая вот цепочка с колечком. А также есть вот такая уникальная красивая машинка, которая печатает деньги. Приходите к нам в гости. Мы будем вам очень-очень рады. Мы вас всех любим. И всем пока!